какой работе вы мечтаете? На этот вопрос нам отвечали телезрители в нашей группе ВКонтакте. Для 43% респондентов важно, чтобы работа приносила удовольствие. Что неважно, какая работа, главное – достойная зарплата, считают 21%. 12% шуточно ответили, что хотят стать космонавтами и улететь подальше от коронавируса. А вот 9% повезло, у них работа – мечта. 5% думают только о том, как сохранить ту работу, которая есть. Этот же вопрос мы задали пермякам на улицах города. Чтобы на работу с радостью хотелось идти, с удовольствием. Вот мечта, значит, такая работа должна быть у человека. Ну и зарплата соответствующая. Я не работаю, потому что меня муж содержит. Ему нравится, что я дома сижу, и мне это тоже нравится. В первую очередь меня это устраивает. Я мама, я домохозяйка. Для меня это работа мечты. Сидеть с детьми дома, заниматься домашними делами, но и собой. Мужчинам это не объяснить, но для дам это сложно. Я работаю системным администратором и кальянщиком. А так, я мечтаю стать диджеем. Это весело, что приносит эмоции. Работа мечты, я думаю, это та работа, которая приносит не только деньги, но еще и какое-то моральное удовлетворение. То есть радость от работы, когда на работу идешь, как на праздник. Я сама над собой работаю, чтобы работа приносила мне удовольствие. Нету, я безработный. Как раз собеседование иду. Главное, чтобы денег было много. Почему так? Ну и творческая какая-то, ну, с моей точки зрения. Работа мечты, ну, это работа, которая доставляет удовольствие, конечно же, чтобы ты с радостью на нее шел. И не знаю, чтобы ты чувствовал, во-первых, удовлетворенность, ну, сам своей работой, чтобы она, наверное, пользу другим приносила. Я люблю свою работу, я, мне кажется, бы не смогла заниматься тем, что мне не нравится.